Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Motorola Moto G60S можно сканировать QR-код. Это все делается довольно просто. Что мы с вами делаем? Разблокируем наш телефон, далее заходим в камеру, после чего нажимаем вот сюда вот, Google линза, нажимаем Open Camera, разрешаем все, после чего просто берем и наводимся на QR-код, который хотим сосканировать. Давайте я его сейчас у нас открою. Вот у нас будет первый QR-код. Я его сканирую и сразу нажимаю на ссылку. И нас перебрасывает на ту ссылку, куда нас ввел QR-код. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!